Ну, у вас получается договор на пользование индивидуальным банковским сейфом и акт. Какое имущество там ваше? Они сейчас находятся в банке, либо вы их забрали? Они там у меня находятся, мои вещи. То есть они до сих пор еще там находятся? Mm-hmm. Какие вещи там находятся? Вы ложите их в деньги на счет. Где сейчас находятся? Что это за знакомство, чтобы паспорт через деньги, паспорт через деньги? Паспорт не гнали, или затем не гнали? Честно заработано? А почему не честно? Ну я спросил просто. Ну я вам отвечаю. Сколько? Это все шкатулка. Это не кладет, все равно там пересчитывает. Блин, написано. Деньги ваши. Вот это одна из подрядчиков, которая там давала. Что же она приедет? Ну, мы могли продавать, да? Понятно. Вот смотрите, есть строительная компания, вот эта, где-то. Саша, да. Ну, тихо, тихо.